крайней мере, в прошлых окончаниях сезона, вернее, не сезона, а эпизода, происходила какая-нибудь жесть, из-за которой очень хотелось... Он разрешит нам остаться? Думаю, мы это выясним. Давай поищем его офис. Я знаю, куда идти. Пойдем, покажу. Из-за которой жести мне хотелось проходить эту игру и посмотреть, что будет дальше, а пока непонятно. Ну же, Клем, сюда. Эй, Джей, погоди. Хотя, может, сейчас что-то случится. Кто знает. Блин, эта серия затянулась на целый час. Тен здесь. Наверное, это сон. Или нет? Или все-таки вы уже проснулись? Эй! Hey, привет, Теннесси, что это вы делаете? Я искал другие карандаши, тут вообще никаких нет. Кто эти ребята? Они пожарные. А это? Это полицейский. Он всех спасет. Что они делали? Они нас защищали. А где они сейчас? Я их никогда раньше не видел. Когда-нибудь вы встретитесь. Они еще где-то остались. Может быть, когда-нибудь ты их встретишь. Было бы круто. Да, супер кул. А теперь отдай и... Нет, мой. Эй, а ну отдай. Нет. Ты даже не знаешь, что это. Ладно, ладно, хватит уже, вы двое. Блин, какой-то ты противный стал. Вернуть игрушку Тену. Не твое это. Не обижайся, я тебе тоже много позволяю. Ты так у него карандаши отобрал. Знаешь, где Марлон? Не знаю, наверное, он где-то рядом. Могу поискать. Было бы неплохо, спасибо, Тен. Это комната Тена? Прикольно. Анархия. Смотри. Эй, что ты там нашел? Наверное, фото Марлона и Льюиса. Они такие малые. Так, они давно друг друга знают. Кто там? Кто там? Марлон? Марлон? Да ладно. Тихо. Тихо. Не приближайся. Не показывай, что ты боишься. Тихо. Ну, кто-нибудь услышит, может, эту собаку. А, назад пятиться надо было. Эй, какого черта? Все в порядке, девочка. Тихо. Блин, надо было пятиться, вот я балбес. Марлон, ты ее где-нибудь привяжи. Ты сказала, что собаки напоминают тебе о чем-то плохом. Прости, я не знал, что ты их так боишься. Но, честное слово, Рози добрее, чем выглядит. Ну, потому что она к вам привязана. Сиди, девочка. Она безобидна. Главное, чтобы она к себе привыкла, и все. Ты пока держи ее в узде, парень. Вот, смотри. Слышь, иди в жопу, я не буду давать руку ни тебе, ни собаке. Рози, тихо. Извини, обещаю, она не укусит. Прости, но нет. Без проблем. Давить не стану. Лежать. Я не доверяю этой собаке. Пока что. Она не доверяет нам, я не доверяю ей. Когда здесь все работало, ее хозяином был директор. Да ладно. Но когда мир покатился к черту, он убежал, как и все взрослые. Нас бросили здесь, оставили выживать. Ого, ну и урод. Ну это еще мягко сказано. Короче, теперь тут только мы. Хорошо бы вы с Эджием тоже остались. Вы многое умеете, и это нам пригодится. Вот, взгляни. Вот наш текущий план по добыче еды. Так, не выходить, мать твою. У нас заканчиваются припасы, прокормить всех в школе становится труднее с каждым днем. Так, давай посмотрим. Безопасная зона, Эриксон. Это получается наше здание. Охотничья территория. Река. Вокзал, вот вокзал, кстати. Нифига, как вы далеко зашли.
Ладно, давай все последовательно. Да, особо не обольщайся на ее счет. Мы хорошо за ней ухаживали, и там росли овощи. Но там все заросло, и ухаживать стало просто нереально. Теперь мы держимся подальше от нее, наверное. Взглянуть на лес, дорогу. Давай на лес. Я не знала, что вокруг этого места сплошные леса. Они-то и помогали нам избегать ненужного внимания все это время. Ну, по большей части. Так, что у нас тут? Дорога. Взглянуть на дорогу. Это единственная дорога, которая ведет в Эриксон. Если сойти с нее, то рано или поздно окажется в лесу. Раньше дорогу к школе можно было найти по знакам, но я их все снял. Хотелось скрыть это место от чужих глаз. Взглянуть на охотничью территорию. Что это за ловчий район? Охотничье угодье или типа того. Луис установил там несколько ловушек. Они с Ассай... Да, я не запомнил, как его зовут. Асим. Что это за имя, блин? Взглянуть на вокзал. Там вокзал под полом был огромный тайник с продуктами. Это где ты разбила машину? Думаю, там уже нечего ловить. Когда мы нашли вас двоих, оттуда поднимался здоровенный столб дыма. Окей. Когда вы подняли шум, ходячие набились туда толпой. Ладно, давай посмотрим на последнее место. Река. Река. А тут мы рыбачим. А тут хижина, где мы храним всякое. Прямо у реки. Там, в общем-то, безопасно, разве что ходячие изредка забредают. Вы и Броди скоро туда пойдут? И еще. Видишь красный контур? Да. Внутри безопасная зона. С годами она уменьшается, а с ней и запасы еды. Так почему не пойти дальше? Походу, он не хочет. Да не можем мы. Когда кто-то выходит за пределы безопасной зоны, случается какая-нибудь хрень. Кто-то умирает, пропадает. Мне бы очень пригодилась помощь, Клементина. Заботиться об этих ребятах нелегко. Боюсь, что если я срочно что-то не придумаю... Давай, не давай слабину, ты их лидер. Если я не решу вопрос про питание... Я больше не хочу никого терять. Мы уже многое потеряли. Друзей, родных. Мы этого не допустим? Ну давай я поддержу его. Только ты должен сам за это браться. Спасибо, Клементина, рад это слышать, правда. Ты ж пацан, давай, включи мужика. Все ждут, что я для них что-то сделаю, буду вожаком, который им нужен. Так будь им. Я хочу стать таким для них. Вы с Эй-Джеем, это еще два голодных рта. Впрочем, вы можете помочь, раз уж вы здесь. А мы-то чем можем помочь? Луис и Асим отправились охотиться на кроликов. Ну, во всяком случае, Асим пойдет, Луис... Если честно, надеюсь, что хотя бы покажется. Вайлет и Броди пошли ловить рыбу. Надеюсь, они умеют работать сообща, и на них можно положиться. И тем и другим пригодится помощь. Так, Броди я не помню. Луис и Асим это... А Сима вроде как я один раз уже спас. Ну, наверное, пойдем с Вайлет, потому что она единственная девчонка. Мы пойдем на рыбалку. Хорошо, ей типа нужна поддержка. Держи, не хочу, чтобы мы потерялись. Спасибо. Чтобы найти еду, нам понадобятся все имеющиеся силы. Главное, не выходите из безопасной зоны. От вас будет мало проку, если вас порвут в клочья. Значит, мы можем остаться. А ты думал, я вас вышвырну? Может быть. Ну, пока у нас хватает еды, можете оставаться сколько хотите. Он же еще вчера сказал, что можно. Покажи им, Эй-Джей. Смотри-ка, он опять умеет давать. Ладно, идем. Давай, братишка. Честно говоря, я уже слегка утомился играть. Серия затягивается. Предыдущие эпизоды и сезоны были не такими длинными, мне кажется. Знаешь, я тут думал. Вы бы отправиться в путешествие все вместе. Путешествие на машине? Нафига? Смотреть-то уже не на что. Ой, да хорош, наверняка там много на что можно посмотреть. Может, Клем устроит нам экскурсию? Ты можешь запустить машину и умеешь на ней ездить. Я люблю кататься.
Звучит прикольно. Я люблю колесить по дорогам. Я бы показала тебе окрестности. Лишь бы за рулем была не ты. Мы идем к машине? Нет, дружок, она сломана. Хорошо, мне надоела машина. Смотри-ка, пикап есть. Может, он на ходу? Вот бы ржавая рухлядь работала, тогда запрыгнули бы в нее и дали газу. Ехали бы на заднем сиденье по очереди, как в тех машинах, с опускающейся крышей. Ну, помечтать-то можно, правда? Клем, куда бы ты отправилась, если бы можно было поехать куда угодно? Вдоль побережья. Может, припарковалась бы на пляже и искупалась. Это просто мечта. Можно каждый день торчать на солнце и умереть от рака кожи веселуха. Все там будем. Лучше уж рак кожи, чем стать ходячей. А вот туристка, да? Я всю жизнь здесь проторчала. Блин, да я каждый куст в этом лесу знаю. И я с удовольствием бы забыла. Мечтать бессмысленно. Всем нам надо заниматься делом. Ну, тоже верно. Пожалуй, стоит заняться этой рыбой. В хижине есть копья. Мужа, ты иди, а я останусь здесь. Вайлет, ты, конечно, умная, но Бука слишком противная. Где же эти копья? Ого, все в крови. Эй, насчет Ви. С ней бывает непросто общаться. Это из-за меня. Почему? Когда ходячие убили Софи и Мини, я была рядом. Они были очень близки с Ви. И, по-моему, она винит меня в их смерти. Ну, то есть, а как вообще извиняться за такую хрень? Просто поговори с ней. Мне кажется, она тебя выслушает. Да, верно. Думаешь, я не пыталась? Каждый раз получается, что лезу не вовремя. Мы все дружили, и я тоже скучаю. Как бы. Зато, когда пришли вы, честное слово, давно не видела, чтобы она с такой теплотой к кому-то относилась. Может быть, даже подружимся. А вот и копья. А ты? Слушай, прости, что лезу с этим к тебе, но можешь ты с ней поговорить. Узнать, что она думает обо мне. Меня она постоянно грызет. Мне лучше не лезть в это. Слушай, не думай, что мне надо лезть в это. Кажется, вам самим надо во всем разобраться. Да, точно. Думаю, ты права. Прости, глупая была просьба. Не, на самом деле, это же ваше дело. Пойду проверю сети. Эй, ну что вы там тормозите? Видишь? Я отнесу их Ви. Тут должно валяться еще несколько штук. Окей, мне дают осмотреть еще одно помещение. Найдите копье. Ну давай искать копье. Времени-то у меня еще вагон. До окончания этой серии. Взглянуть на землю для растений. Так, всякая старая садовая рухлядь. Ненужная всякая хрень. Проверите Джея. Эй, на что ты там смотришь? V плюс M. Вайлет плюс Минерва. Что это значит? А что это значит? Я не знаю. Они были подружками. То есть они были парой? Что? Вайлет была девушкой Мини. О, любовь. Love. Ну, серьезно? Она лесби? Блин, сейчас в игровой вселенной везде кому не лень суют эту ЛГБТ-пропаганду. This place cursed. Что это значит? Не знаю. И без разницы. Так, а что у нас тут? Череп кошки? Ёлки. Серьезно? Я буду им украшать комнату? Ха, круто. Он похож какой-то беличий. Жесть. Жутковато, но и Джею может понравиться. Ну, давай посмотрим, где у нас тут копья. По-моему, я видел одно. Далеко достает. Cool. К тому же острое. Готов порыбачить? Okay, да. Let's go. Ладно, пойдем. Прошлая рыбалка у нас не удалась, насколько я помню.
Ну? Ты долго думала, блин. Can I join you? Можно к тебе? Sure. Конечно. Hey, check out these guys over here. Эй, посмотри-ка вот туда. They're swimming against the current. Они плывут против течения. Realize it makes them easier targets. Не понимаю, что у них легче попасть. Take a spear. Я хочу попробовать. Бери копье, отрывайся. Ну давай, малой, попробуй. И походу мне придется пробовать. Они не убегут, говорит. Эр. Да. Поймал. По-моему, сойдет. Давай следующую. Не знал, что рыба такая кровавая. И прости, что я вчера вела себя странно. Насчет той комнаты. Встретить кого-то еще оказалось тяжелее, чем я думала. Знаю, вся эта сентиментальность на меня не похожа. Я все понимаю. Понимаю, мне тоже есть кого вспомнить. Время ничего не лечит. Да уж, это точно. Так, давай, Клема, соберись. Нифига они летят против течения. Не вижу ни одного. Вот есть, есть, есть. Попал. Красава. Внимание, ребят, улов у нас не очень. Да, понятно. Боже. Иногда он меня конкретно бесит, честное слово. Да, я понимаю. Нет, ну я ее ненавижу, конечно. Вот бы отправиться в путешествие всем вместе. Давай так, ты жестоко ведешь себя с ней. Ты ведешь себя, будто терпеть ее не можешь. Ты какая злая. Теперь моя очередь. Так. Блин! Да ладно! Она слишком быстро плыла. Кажется, они упомнили. Может, Броди повезет с сетями? Я одну поймал. Да Клим, ладно, красава. Здорово. Я не понимаю, почему у нас все так непросто с Броди. Не знаю, почему так получается. Почему все так странно? Если рядом постоянно на взводе. Потому что она так и не извинилась. За Софи и Мини, за то, что не смогла их спасти. Это она тебе сказала? Ну, типа того. Знаешь, она хочет поговорить об этом. Просто я виню себя за все. Почему? В тот день я должна была быть с близняшками, но захотела поработать в теплице и попросила Броди подменить меня. А потом... Я даже не попрощалась. Я хотела поговорить с Броди, сказать, что не виню ее в произошедшем, но каждый раз мне приходилось вспоминать, кого мы потеряли. Мне говорить об этом казалось проще. Мне кажется, тебе стоит поговорить с ней. Ладно, идем. Как улов, ребят? Кое-что поймали, но не так, чтобы много. А у меня вообще ничего. Давайте найдем Луиса и Асима. Может, им повезло. Ну, пойдемте искать их. Большой каньон. Что? Вот куда бы я отправилась, если бы мы поехали кататься газ в пол до Большого каньона. Молодец, Вайолет. Ты сделала шаг навстречу. Да, было бы круто. Я думал, ты не собиралась. Спасибо. Hey, Slowpoke's coming. Эй, ну как там? Right behind you. Ага, прямо за тобой. Да я и не собирался. А куда мы идем? Ну, точнее, я забыл, где они тусят. Что это, ловушка? Where are those guys? Где наши ребята? Может, учатся целоваться на беззубом? Согласен, не завидую ему. What the hell? Девочки на отряд. Что за черт? What? This isn't normal. Someone sabotaged this. Кто-то испортил ловушку. Плохие дела. А Сэм? Не кричи. Луис! Spread out. Разделимся, попробуем их отыскать. Плохая идея, надо вместе быть.
Вот сейчас будет, походу, плохая концовка первого эпизода. Ёлки-палки. Я уже отвык от всякой жести. Кровь. Empty. Пусто. Посмотреть окурок, следы. Окурок, значит, тут кто-то был, правильно? Кровь. Давай кровь посмотрим. I guess Sim and Lewis checked this one already. Думаю, Sim и Луис уже проверяли эту ловушку. Смотреть окурок. Is this a Bible page? Это страничка из Библии? Flim, самокрут. Found something. Я кое-что нашел. Я не успел посмотреть на следы. Что там? Ходячий? Monster. Guys, over here! Ребята, сюда. Well, we didn't kill this one. Этого убили не мы. Мы бы не оставили его висеть в ловушке. What the hell? Какого хрена? Found this too. Еще я нашла это. Do any of the kids smoke? Кто-нибудь из ребят курит? Nope. Нет. Nothing to smoke. Нечего курить. Who is this unlucky fella? Кого это тут угораздило? Опа. Where have you been? Где тебя носило? Проверяла ловушки тут рядом. Те, что сработали, были пустые, все остальные сломаны. Someone robbed us? Нас кто-то ограбил? Прекрасно, теперь мы помрем с голоду. Серьезно, кто это? Fuck, that's... Да ну, да fuck. Ну, да ну, fuck. Нафиг. It's just... fuck. It's просто okay. Твою мать. Breathe, так, Brody. Все нормально, come дыши, Броди, давай, давай. You're gonna be fine. Все будет хорошо. It's just a panic attack. Не волнуйся, hey, мы найдем easy. Еду. We'll still find enough food to get us through the... That's not what I'm worried about. Меня Brody, не это волнует. Броди, успокойся. Нужно рассказать об этом Марлону. I have to tell Marlon about this. We still need food, you know, to live. Равно нужна we еда. Don't have enough here. Ну, знаю, чтобы выжить. You guys figure it out. Вы что-нибудь придумаете. Куда ты одна-то попёрлась? I'll take this haul back to school. Пойду отнесу нашу добычу в школу. Может, нам удастся урезать паёк как-нибудь. So what do we do? Так что нам делать? Камни жрать? Can't eat rocks. Камни не едят. Я в курсе. Will Marlon kick us out if Marlon we don't нас выгонит, если мы не найдем еды. Well, let's not давай find не out. Будем проверять. Where else could we look? Где еще можно Let посмотреть? Think. Надо подумать. Ну, куда мы еще можем отправиться? На вокзал? Серьезно? О, ребята, ребята, это ж красная зона. Вокзал, it's он недалеко отсюда. Maybe, but it's возможно, но это за пределами безопасной зоны. Когда мы с Эйджеем там проходили, it's припасы были на месте. You стоит sure проверить. Ты уверена, что еда там была? Yeah, абсолютно возможно, часть уничтожила взрывом. Но что-то должно было остаться. Там же столько всего было. Хотя можем просто умереть с голоду. Fine. Хорошо, пойдем. По-моему, ей это не понравилось. А вот и вокзал. Ты думаешь, что-то осталось после взрыва в погребе? There. That's where the food вот там is. Есть еда. Хотя с прошлого раза ходячих стало гораздо больше. Этому we're кусать нечем, этому It's нечем. Die here or die from hunger. Take your pick. Clem, они тебя не укусят. Крем, тебе стоит сходить на разведку. Ты you лучше знаешь это место. Let me get a closer look. Я хочу подойти поближе. Лучше перестраховаться. Блин, так, взглянуть на колокол. Смотрите вагон. Давай-ка взглянем на колокол. Этот колокол, он может привлечь внимание ходячих. Он действительно привлекает звук. Но это, если что, мы можем использовать. Мне кажется, можно как-то уронить вагон на них. Возможно. Блин, на дело. Мы еле выбрались оттуда. Чудом выжили. Звучит жутко. Так оно и было. Смотрите вагон. Я могла бы залезть наверх, но как это поможет нам попасть внутрь? Похоже, у тебя есть план. Поделишься? Если кто-то из нас заберется туда и позвонит в колокол, это отключит внимание ходячих, и все остальные смогут незаметно пробраться. Пусть это сделает Луис. Так, подожди, я бы хотел сделать встречное предложение. Ну же, Лу, ты постоянно шумишь, дурачишься, действуешь на нервы. Давай, меньше слов, больше дела. Чем быстрее мы разберемся, тем лучше. Сказала, как отрезала. Люблю это в девушках. Ну, хватит уже, перестань. Я пойду с тобой, прикрою тебя. Ладно, я согласен, но если я умру и обращусь, то в первую очередь я сожру вас обоих.
Я буду отвлекать их, пока не увижу, что вы в безопасности. Затем попробую вести ходячих, чтобы у вас была возможность забежать в здание. Когда мы будем на месте, я подам сигнал. Затем ты чего-то там сделаешь. Ну, погнали. Надеюсь, ты сможешь потом оттуда выбраться. Не дайте Орде вас обнаружить. Эй, Рудина, да не ты, не ты. Вон, вот. Обязательно все так усложнять? Как сделать, чтобы меня не заметили-то? Вот этого придется убивать сразу. Так. О, смотри, твой нос у меня, твой нос у меня. Вот болван. Красава, отвлекай. Так, вот этот... Вот эту надо убить. И вот тот чувак, который ходит тоже, мне кажется, может запалить нас. Давай-ка избавимся от тебя. Так, больше. Нет, все остальные отвлечены. Погнали. Так, молодцы. Пока что живы. Пока. Луис. Ну а что дальше? Куда ты денешься? Опа, нам придется спрятаться. Чего он ждет? Ну же, ну же. Блин, они здесь. Дай ему секунду. Тихо, тихо, тихо. Луис! Луис, твою мать! Не мог это побыстрее сделать. Нифига он там молотит. Я постригу дверь от ходячих. Хорошо, мы с Эйджеем войдем туда, заберем еду и вернемся. Хорошая идея, не задерживайтесь. Давай, малой. Я вообще не знаю, зачем ты с нами пошел. Шел бы в лагерь. И было бы все нормально. Ай-яй-яй! Икс! Блин, как я его не заметил. Окей. Давай, пригляди за нами. Этих ребят уже нету, это хорошо. Чтобы они привлекали внимание, пришлось бы их убивать еще раз. Давай-ка посмотрим, может быть, что-то все-таки осталось? Сумки? Да, эти подойдут. Клем, смотри. Попробуй, вдруг работает. Да ладно. Мне понадобится твоя помощь, малой. Пистолет все еще при тебе? Just in case. Мало ли что. Just in case. А почему Луи вперед идет? Он мог и сверху постеречь тебя. Эй, Джей. Красава. Good job, AJ. Is there more? Что ты там нашел? Рис? Keep it coming. Тащи еще. Так. Взять банку еды. Сейчас какая-нибудь мразь вылезет, блин. Это по-любому. Это что такое? Что-то непонятное. Давай, малец, ты, главное, осмотрелся? Осмотрелся хотя бы там? Stand. Встань. Slowly. Медленно. Don't yell. Не кричи, не шевелись, и я не причиню тебе вреда. Ты кто еще такой? I don't have to. Если не будешь, что? Кто ты? Who are you? The name's Abel. Меня зовут Абель, и я голодный, как волк. Ты и твои друзья шумели на весь лес, так что вас несложно выследить. Живешь где-то рядом? Ты заранее знал об этом месте. Я здесь мимоходом. Just passing through, decided to see what we could scavenge.
Угу. И тебе просто невероятно повезло. Блин, а где это? Вайлет. Ты слишком юна, чтобы выживать в одиночку. У тебя есть группа? Я насчитал троих, ты и еще двое снаружи. Может, есть еще кто-то? У вас тут лагерь где-то в лесу? Немного ли вопросов? Слишком много спрашиваешь, мне это не нравится. Ладно. Пускай будет по-твоему. Так, сейчас я медленно набью эту сумку добром. Это стоило нам больших усилий. Привет, малец, в прятки играем. Ой, как невежливо. Так, ситуация становится напряженной. Мы можем убить тебя, понятно? Кончай, пацан, я быстрее тебя. Послушай, малой, ты сейчас прекратишь целиться в меня этой штукой и отпустишь с миром. Ты меня понял? Я возьму совсем чуть-чуть и уйду. Будто ничего и не произошло. Блин, даже не знаю. Ладно, мы рискуем напасть на Абеля. Ложись! Какого хера? Хватай сумку и бросай в нее все. Нам надо было выживать. Эйджей, прости, что тебе пришлось это видеть, ну ты сам. Все должен понимать. Погнали, 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 Луис. Бежим скорее. Ёлки, сколько вас тут. У нас даже тачки нету. А где Луис? Ашка, давай. Так. Луис есть. Все, погнали. Все, хватит развлекаться. Что здесь произошло? Живились. Расскажу по дороге. Блин, даже не знаю, правильно ли я сделал, что этого парня убил. Он вроде просто поживиться хотел. Послушай меня, наконец, Марлон. Говорю тебе, там все было вверх дном. Все нормально, мы со всем разберемся. Он все еще хочет остаться здесь, но здесь небезопасно. Вы не спешили. Как беден тот, кто не богат терпением. Ну что, ребята, поздравляю. У нас куча жрачки. Асим, Мич, смотрите, еда. Да тут прям куча еды. Ты сама наблюдательность, Мич. Ничего себе, да вы только посмотрите. Ты наш спаситель, Клем. Нет, правда. Мы все постарались. Луис и Вайлет тоже помогли. Раньше они никогда столько не приносили. Можно подумать, ты приносил. Где вы все это нашли? На старом вокзале. Клем показала, где он. На вокзале, но он за пределами безопасной зоны. Мы бы принесли больше, но наткнулись на урода, который расфигачил наши ловушки. Урода? Какого урода? Клем видела, как он курил те мерзкие самокрутки. У него были странные разноцветные глаза. Что такое? Он следил за вами? Нет, я толкнул его в группу ходячих, они его покусали. Было круто. Слушай, не знаю, удалось ли ему вырваться, но даже если удалось, то долго он не протянет. Ты напала на него? Твою мать! Ты знаешь, что если он выжил, то захочет отомстить. О чем ты, мать твою, только думала? Вы что творите? Да у него пушка была. Я поступила правильно. Пошла в жопу. Ты не знаешь, на что способны люди. Ты в этом уверена? Я просто не могу. Не хочу, только не это. Твою мать. Иди успокойся, дура. Что тут, черт возьми, происходит? Она вывела их за пределы безопасной зоны. Они кого-то видели. Ты знаешь, что это значит. Хватит. Красава. Значит, там просто кто-то голодный ищет еду. Такое бывало раньше. Ты преувеличиваешь.
You can't be serious. Ты что, серьезно? Слушай, давай отойдем куда-нибудь и поговорим. О-хо-хо-хо. Если что-нибудь произойдет, в этом будешь виновата только ты. Да иди в жопу. Я на твои штучки не поведусь. Клем. Клем, я знаю, что попросил тебя помочь. И ты помогла, очень помогла. Но, блин. Но я переступил через ваши принципы, но накормил вас. Риск того стоил. Ты же говорил, что мы не можем больше никого терять. Да. Да, помню, говорил такое. Ну, зато мы сегодня едим, и похоже, не только сегодня. Я пойду поговорю с Броди. Спасибо за улов, Клем. Идите покушайте, вы этого заслужили. Спасибо. Нифига, вы уже что-то молотите. Не парься, Клем. Эй, Джей, как обычно, с тех пор, как ходящие стапали Софии и Мини, Броди жутко бесится по поводу всего, что происходит здесь. Рано или поздно она придет в себя. И все же, давай больше так не делать. Возьмем Рози утром, посмотрим, может она сможет взять след. Ну, на всякий случай. Пойду приберусь. Я тоже, пожалуй, пойду. До скорого. Don't worry about them. Не беспокойся о них, они просто расстроены. Да, я понимаю. Расстроены? Почему? Мои сестры погибли примерно в это время в прошлом году. Думаю, это начинает здорово напрягать ребят. А тебя это напрягает? Не особо. Умирать не страшно. В смысле, это все печально, но не страшно. Стать ходячим куда страшнее. Быть ходячим куда хуже, чем быть мертвым. Откуда ты знаешь? Может быть, быть ходячим не так уж и плохо? Сомневаюсь. Я тоже, да и спросить об этом некого. Я стараюсь не зацикливаться на том, что их нет. Я люблю представлять, где бы они могли бы быть сейчас. Ты неплохо рисуешь. София обожала творить. Она бы построила дом, в котором хватало места для всех нас, и покрасила бы его, а Мини бы играла свою новую песню. И Джею это нравится. Думаю, не боюсь смерти, потому что знаю, на другой стороне меня что-то ждет. Там, где безопасно и весело. Похоже, это милое место. Ну, пускай он думает об этом. Да, я тоже так думаю. Куда лучше старой вонючей школы? Кто это? Ходячие, что их убили. Ты хочешь, чтобы они тоже попали? Они не всегда были ходячими. В этом месте, где бы оно ни было, все снова становятся людьми. Иногда я рисую ходячих так, как они выглядели до того, как обратились. Иногда я рисую, что стало с Мини и Софи. Но иногда я рисую что-то такое. Can I be there? А я туда попаду? Конечно. You wanna be there too? Ты тоже хочешь быть там? Да как бы не особо, я не стремлюсь туда. I promise I'll draw you well. You just gotta hold still. Ладно, пускай рисует. Sure, why not? Oh, I almost forgot. Ой, чуть не забыл. Улыбку дорисовал. Here you go. Вот, держите. Что ж, неплохо рисуешь. Он твой. It's ours. Он наш. Прикольно. It's getting late. Уже темнеет. Yeah. You guys should get some sleep. Да, идите поспите немного. Are you coming? Ты не пойдешь? Not yet. Нет, пока что. Хочу доделать рисунок. Good night. Доброй ночи. See you tomorrow. До завтра. Пока самая неадеквашка это та, которая с психическими атаками, или как они правильно называются. Ну что, может быть, сейчас кончится эта серия? Time for bed, little guy. Дом, милый дом, пора в кровать. Можно я попозже лягу? Нет. Two more minutes. Еще две минутки.
Tell you what. Давай так. Ты ложись, а там посмотрим. Что ж, он уже устраивается в кровати. Это уже неплохо. Ты залез в кровать сам. Мне тут нравится. Тут уютно. Я рыбу убил. Кажется, Вайолет отлично провела время. Здесь хорошо. Не надо никуда ехать или убегать. На ранчо тоже было хорошо, до кровопролития. Тут не ранчо. Do you like it? Тебе тут нравится? I like it. Now that I'm used to it. There's games and the walls make it feel safe. Ладно, пока что нравится. It's good for now, but places change. Места меняются, люди тоже и могут стать плохими. Might not stay good. Don't worry. Не волнуйся, мы остаемся. There. You gotta stay up 2 minutes вот минуты и прошли, пора спать. I'll lay down when you blow out the light. Я лягу, когда выключишь свет. Хорошо, дай мне минутку. С помощью коллекционируемых предметов, которые вы находите в игровом мире, можно обставить свою комнату. Прикольно, у нас уже есть своя комната и есть несколько предметов, которые мы можем сюда повесить. Наверняка сюда можно, да, череп оленя поставить. Хоть он и не очень... вписывается. Но круто смотрится. Реально круто же. Хм. Главное, тебе нравится. Давай посмотрим, что еще есть. Череп кошки, помню, есть. А еще у нас есть рисунок. Рисунок Тена. Все таскаю и таскаю его за собой. Никогда не знаешь, где попадутся припасы. Так гораздо легче. Так, мы просто посмотрели на рюкзак. Ладно, сюда, наверное, под... да, пойдет череп кошки. Это круче, чем другой. Думаешь? Он страшнее, поэтому круче. Окей, давай посмотрим, куда еще можно повесить что-нибудь. Так, тушить мы будем потом. Положить цветы. Цветы полить надо. Знаю. Не забудь. Не забуду. Хорошо, не хочу, чтобы они умерли. А у нас есть чем полить? Мне кажется, пока нет. Так, с тобой поговорю попозже, подожди. Здесь ничего нельзя сделать, а вот повесить рисунок Тена можно. Это отличный рисунок, он хороший художник. Твой рисунок тоже хороший. Я знаю, говорит. Взглянуть на рисунок Эйджея. Очень мило. For Clem from AJ. Me protectly Clem. Я, говорит, защищаю Clem. Положить искусственные цветы. Они выглядят по-другому. Они есть другие, не настоящие, им не нужно воды. Никогда не умирают? Никогда. Повезло им. Но они не такие красивые. Ну, хоть что-то. Так, давай поболтаем с тобой, Эй-Джей. Я не хочу спать. Брунишка. И все. Ладно, задуть свечу, отправиться спать, отойти, отправиться спать. Спокойной ночи, крепко спи, ходячим руку не давай, а если не рядом, сразу убегай. Ну уже скажи, как правильно, хоть разок. Бэм. Отличная работа. И спасибо. Сразу же ватроп. Так, а на этом еще не все. Что-то произошло. Надеюсь, это только снится. Что там? Эй, Джей? Что это? Не, походу не снится. Походу что-то реально происходит. Блин, не надо было зажигать. Надо из темноты походить, посмотреть. What the hell? Да в натуре какого хрена? Кто-то сюда идет. There's прям. Voices in the pipes. Через трубу слышны голоса. I think someone's in trouble. Думаю, кто-то попал в беду. Is it us? Это no, мы. No, no, not right now. Нет. Нам пока беда не грозит, а вот им надо помочь. If it's a monster, we should kill. Надо его убить. I don't think it is. Не похоже на то. Скорее всего, там люди.
Мне кажется, тебе надо остаться. Пистолет при тебе? Ага. Да. Пускай малыш прячется. Сейчас вернусь. А мы пойдем посмотрим, что там. Не шали. Понял, да, малой, не шали. Ты в порядке? Похоже на ссору. Не волнуйся, я выясню, в чем дело. Шум кого-то там, блин, не знаю, бегает куда-то кругами прям. Какой-то странный шум, взглянуть на кровать, не поспать сегодня. Ладно, Клем, сейчас посмотрим, что там, и может быть удастся поспать. Хотя, зная Telltale, тебе могут и голову откусить, и не знаю, что угодно может произойти. Возможно, вы даже останетесь вдвоем только в живых. А может быть, вообще никто не останется в живых. Ну, AJ одобряет, так что вали. Пока никого не видно. Луис? Идите на шум. Так, снаружи ничего не видно. Сейчас я быстро гляну, что здесь. Может быть, что-то становится тише. Ну, я имею в виду, может, какая-нибудь приколюха в комнату будет здесь. Пойдем посмотрим. Здесь все в порядке. Никто никого не убил. Так, сюда мне не пройти. Немного дальше. Пытаюсь разобрать, что говорят, но непонятно. Ого, как громко. Подвал. Мне кажется, там... Ну, это девчонка, которая психованная, и главный Марлон. Закрыто? Да, он двухсторонний. Не взломать. Надо найти другой в путь в подвал. Дверь подвала во дворе. Да, там была закрытая дверь. Но ты ж туда не зайдешь, там щеколда. Выйти на улицу. Ого. Как тут шумно. Ну, от свечки ничего не осталось. Что, пойдем сразу? Согласно карте, тут должен быть другой вход в подвал. Да вон же он. В том углу слева. Найдите дверь подвала. Вот ради интереса я быстро пробегусь, посмотрю, если что-то найду интересное, вам скажу. Так, Рози. Привет, Рози. Попробуем с тобой подружиться. Хотя нет, лучше тебе будет не стоит. Ладно, быстро пробегусь еще и пойду в подвал. Нет, похоже, ничего интересного я здесь все-таки не найду. Опа, кирпич. А вот кирпич мне пригодится. И пойдем сразу в подвал. Какой-то парень и девчонка. Ну, это они вдвоем, походу. Блин, ну вы кипиш устроили, ребята. Давай, ломай. Циклой долбанная говорит. Эй, мы тут вдвоем замешаны. Блин, подожди, мне интересно. Что они натворили? Ладно, давай узнаем. Ай, как громко. Мне кажется, они услышали. Что они натворили, интересно. Сейчас по-любому какой-то поворот сюжета лютый будет. Необычный. Броди, мы даже не знаем, наверняка, кто это был. Она еще сказала, что его укусили, а значит, ему сейчас не до нас. Ты знаешь, что он действует не один. Эти ублюдки вернулись и скоро нас найдут. Ты об этом знаешь. Я ни хрена не знаю, ты тоже. Чтоб тебя, Броди. Держи себя в руках. Но это ребята мирятся. Снова ты заводишь, накручиваешь себе. Что ты предлагаешь мне сделать? Это ты меня накручиваешь. Ну, нужно рассказать другим о том, что ты сделал. А что он сделал? Кто здесь? Покажись. Клем! Вы что там делаете? В темноте. Вроде я просто болтали. Иди поспи немного. Тебе стоит вздремнуть. Вы двое меня разбудили. Прости за это, я думала, что нас никто не услышит. Не поведайте, о чем идет речь. Это тебя не касается, возвращайся в спальню. Вы какие-то мутные ребята.
Человек, которого ты встретил на вокзале... Они пересекались, говорит. Не слушай её, Клем, она не в себе. В таких случаях стоит держаться от нее подальше. Это ты не в себе. Что, прости? Я слышала ваши крики из своей комнаты. Почему он пытается тебя заткнуть? Что значит пересекались? Давай, говори. Марлон позволил им забрать близняшек. Что? Черт, Броди! Сестер Дэна, разве их не убили ходячие? Так мы всем рассказывали. Заткнись. Да ладно. Ты ублюдок больной. Ты живая? Нормально? Что ты сказал? Ты придурок. Надеюсь, ты ее вырубил всего лишь. Баран. Она сейчас обратится. Капец. Помоги. Отойди от нее, придурок. Иначе вы оба сейчас обратитесь. Придется вас обоих убивать. Отойди, Марлин. Хорошо, хорошо. Просто побудь с ней. Тут где-то должна быть аптечка, так? Баран, зачем ты ее... Не, она еще жива, нормально. Вроде это я, Клем. Просто не двигайся. Stay still. Кто? Я не вижу. I can't see. Clementine, remember? Помнишь, Клементина? We talked about going to the beach. Мы хотели отправиться на пляж. Swimming, купаться, ездить по побережью. Sun. Солнце. Clem, you're in danger. Клем, ты в опасности. Ты и Джей. What danger? Что за опасность? Марлон убьет меня, если я скажу. He's scared. Он боится, а когда боится, он начинает злиться. Я разберусь с ним. Блин, только скажи. Да, ты сможешь. Ты сильная, а он нет. Если те рейдеры вернутся, Марлон сказал, что отдаст вас. Вот ублюдок. Отдаст нас. Чтобы они ушли. Так же, как позволил забрать сестер Дэна. Вот ты ублюдок. Броди? Капец, вот ты урод, а? Мне кажется, тебя стоит в этом подвале же и похоронить. Нет, нет, нет. Что мне делать? Вот козел, я думал, вы нормальные люди. Она обратится. Да, конечно, обратится. Марлон, сыкло вонючее. В смысле? Я не могу позволить тебе все рассказать. В смысле? Я же вот сюда выберусь, придурок. Пройдет ночь, и я выберусь отсюда. Ха, тут выемка. Если найти что-нибудь тонкое и протиснуть туда, то я смогу поднять щеколду. Тебе надо сначала ее гасануть, на самом деле-то. Ничего не вижу в такой темноте. Я вижу, Клем. О, да, фонарик пригодится. Шикарно. Мне придется брать фонарик из темноты. Где сидит Бренди? Причем убитая. Скорее всего, уже обратившаяся. О, ее уже нет на месте. У тебя хоть нож с собой? Твою мать. Диана, кирпич возьми. Беги, беги, беги. Блин, она не бежит, она идет. Где она? Я ее не вижу. Куда она ушла, блин? Все, обратилась. Хана. Что там, напильник? Линейка? Серьезно? А, это чтобы поднять, понятно. А, капец, ребята. Я не знаю, куда идти. Вот он, кипиш начался. Так, понятно, здесь тупик. Отсюда я нифига не вижу. И наверняка она уже здесь рядом. Блин, вот он, конечно, ублюдок, а. А я расслабился, думаю. Нифига страшного не произойдет. Здесь пока ничего не понятно. Попробую пройти сюда. Никого? Нет?
где слева. Ага, тихо. Фонарь, фонарь, фонарь. Черт. Вправо. Есть. Hold. Не выдержит, конечно, не выдержит, надо ее гасить. Давай быстрее, Клема. Клем, ползи, 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 ползи. Твою мать. Блин, жуть. Все, у тебя есть момент. Есть окно, чтобы вырваться отсюда. Давай, давай. Ты че? Быстрее. Твою мать. Она что, бежит сюда? Давай быстрее. Быстрее. Ёлки-палки, как это стрёмно. Давай, 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 быстрее, Клема. Давай, выбирайся. Твою мать. Серьезно? Надо драться, Клема, быстрее. Ёлки-палки. Давай, глуши, глуши её. Давай, бей, 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 бей. Да добей ты ее уже. Не жалей, бей. Бей, не жалей. Прости меня. Ах, мне жалко тебя, но... Ты вроде хорошая девчонка оказалась. Честная. Ничего личного. Что ж, пора выбираться. Пора выбираться и гасить этого придурка. Что ж, походу этот эпизод вообще никогда не закончится. Эй-Джей, отпусти пистолет. Уберите от меня этого маленького психа. Где она? Она в подвале. Она убила Броди. Да? Да ты чё? А если я расскажу все? Давай, Клема, расскажи ему все. Это у тебя на лице кровь? Почему Броди? Ты видел, как это произошло? Может, расскажешь всю правду? Клем! Ты убил Броди, ты ударил ее настолько сильно, что раскрыл его голову. Он сейчас собаку спустит. Я видел, как ты убила ее. Что, черт побери, происходит? Взгляните на ее руки, она вся в крови Броди. Потому что она обратилась, придурок. Малой, ты-то че? Вот урод. Мы спасли их, когда остальные выбросили их умирать. Накормили и обогрели. Какова их благодарность в ответ? Они угрожают нам оружием и убивают нас. Че, лидеров включили? Придурок. Так вот, нахер их. А давай его разведем. Кишка танка. Давай, одного человека ты сегодня уже убил. Почему бы не убить еще одного? Чего ты ушуешься, Марлон? Боишься или стыдно? Молодец. Броди все рассказала. Марлон собирался отдать меня и Джей рейдерам в обмен на безопасность. Отдать нас так же, как он отдал Софи и Минни. Боже мой. Заткнись нахрен, Клементина. Пусть говорит. Броди хотела рассказать правду, но Марлон убил ее. Да ядрёна мать! Они встретились с этими рейдерами только потому, что Клем настояла, чтобы они пошли на вокзал. Занятное совпадение, да? Вот только я не верю совпадение. Вспомни, Тен, она первая напала на тебя. Вспомни, как мы испугались, когда ушли взрослые. Я вытащил нас из того кошмара. Я помог нам вновь обрести уверенность. Хорошая речь, придурок. Кому вы поверите, какой-то дуре с горы или ее мелкому психу? Или мне, другу, которого знаете многие годы? Она могла бы нам помочь. Давай обратиться к Вайолет. Вайолет, ты должна мне поверить. Не должна. Ты встретила ее всего 2 дня назад. Давай, Ви. Я не знаю тебя, Клим. Почти не знаю. Извини. Я знаю, ты сильная. Это на тебя не похоже. Я знаю, ты сильная. Давай. Не позволяй запудрить тебе мозги. Подумай, что бы сказала сделать Мини.
Вот не надо разводить. Она была и моим другом. Так же, как и Броди. Клем, я... Как знаешь. Shit. Черт. Это будет лучше для всех нас. Когда я выстрелю. Выстрелю, он и тебя отдаст. Если бы ты была с ним, они и тебя бы бросили. Красавчик. Проблема с Вайлет. И почему я не удивлен? Отпусти пистолет сейчас же. Мы поступим по справедливости. Остановись, Марлон. Подумай. Так, давайте, ребята. Красавчики, за меня вступаются. Вы не понимаете, не понимаете. Вы ничего не понимаете. Я пытаюсь вас защитить. Всех вас. Ты облажался, парень. Что ж ты охренеть, как облажался? Вроде мертва, София и Минерва мертвы. Хреново ты их защитил. Я поступил правильно. Я спас всех, кто живет в этой гребаной школе. Если бы они не вернулись, я бы снова так поступил. Что, прости? Я не думал, что мы расходный материал. Все началось. Я должен был спасти всех остальных. Ты отдал моих сестер. Зачем тебе понадобилось это сделать? Я верю тебе, Марлон. Потому что он трус. Ну что? Я хотел вернуть их, как-нибудь спасти их. Это правда, Тен, но я не смог, я испугался. И ты убил Броди, потому что она все знала? Я не хотел. Я ничего не хотел. Давай-ка скажем ему, что он жалок, да бьем его нафиг. Психологически, а потом заберем пистолет. Смотри, тебе не стыдно смотреть в глаза этим людям, которые на тебя положились? Отдай пистолет, придурок. Да ну, он сейчас нафиг застрелится еще. Красава. Ну, за это можно тебя поуважать. Ты хотя бы... Знаю, я всегда таким был. Хотя бы признал это. Но это неправда. Нет, правда, ты единственный, кто этого не замечал. Я знаю, что предал вас, всех вас. Дайте мне уйти, и вы никогда больше меня не увидите. На самом деле опасно его отпускать. Позвольте мне стать дурным воспоминанием. Я немного прошу. Давайте так. Пускай он остается, но лидером он не будет. Потому что если он уйдет, можно с ними собраться. Прекрасно. Эй, Джей, твою мать. Хрена. На кой хрен ты это сделал, Эй, Джей? Что говорит? Я целился в голову. Прекрасно он запомнил целиться в голову. Эпизод 1, хватит убегать. Блин, пацан почти ушел. Или почти стал с нами, я не знаю. Ох, наконец-то этот эпизод закончился. Итак, давайте посмотрим статистику. Вы и 56% других убили пару на вокзале. Что ж, я в большинстве. Дальше 53% и я. Других игроков отправились рыбачить с Вайлет и Броди. Отлично, тут я тоже в большинстве. Всего 29 игроков позволили Эйджею спать под кроватью. Ну ладно, все-таки я сделал по уму. 78 других игроков решили не отдавать Абелю еду и напали на него. Красавчики. И 61% других игроков обратились к Вайлет за помощью против Марлона. Ну, мне показалось, что Луис слишком дурачок. Так, это общая статистика. И
Вы, 61% игроков, оставили Вайлет виноватой. Ей польстил ваш комплимент о ее боевых навыках. Вайлет, было очень приятно, что вы поговорили с ней в спальне. Оу, в спальне? Что-то я этого не запомнил. Броди умерла. Броди была благодарна вам за разрешение ее конфликта с Вайлет. Она была потрясена, когда вы преуменьшили последствия встречи с Абелем. Окей, дальше. Марлон умер. Марлону стало стыдно, когда вы сказали ему, что он жалок. Он был терпелив, даже когда вы отказались иметь дело с ним и Рози. Но он молодец, хотя бы признал, что он был неправ. Вы, 59% игроков, сделали Эйджея закаленным. Правильно, пацан должен расти правильным пацаном. Эйджей решил спать под кроватью после первой ночи в школе. Он одобрил нападение на Абеля у вокзала. Окей. Вы, 70% игроков, оставили Тена озлобленным. Тен был напуган, когда вы атаковали его в коридоре у спален. И когда вы разрешили ему нарисовать ваш портрет, он подарил вам рисунок. Да ладно, озлобленным, нормальный пацан. Вы, 61% игроков, оставили Луиса с разбитым сердцем. Когда вы рассказали про убийство близкого человека, он посочувствовал вашей потере. Да балбес, потому что... О, остальные. Амар был рад, что вы заглянули к нему перед ужином. Руби одобрила то, что вы научили Эйджея манерам во время ужина. Митч охотно показал вам, как он умеет обращаться с оружием. А Сим был рад тому, что вы не позволили Эйджею заглянуть в его дневник. Когда Вилли встретил вас впервые, то смутился и растерялся. И вы отказались узнать, как можно укрепить отношения с Рози. Собака теперь бесхозная. Ёлки-палки. О, я собрал все предметы, класс. Во время прохождения эпизода вы собрали 6 предметов из 6. Окей, и что дальше? Отмена? Видимо, это была отмена титров. На этом, видимо, все. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и всем пока!